по идее, все работает. По идее. На самом деле, самое большое, чего я боюсь, это то, что будет, как вот в прошлый раз вакханалия с рабочим столом начнется. Ну, монголов я вижу. Монголов ты надо замечать. Возможно, там кто-то здоровается. Возможно, думаешь, оно того стоит? Не знаю, там... Нет, даже Андрускевич ушел, там архитекция. Ну вот, видишь, никто даже не смотрит. Чат пуст. Назад был Андрускевич в чате. Видишь, даже Никитка нас не смотрит. Даже Никитка. Я, наверное, себя потише чуть-чуть сделаю. Наверное, это будет логично, я не уверен. Наверное. Кстати, Сома, ты все еще хочешь? Ты, кстати, уже заценил эту картинку для черепашьего марафона? Пока еще нет. Да ладно, ты даже... Тебя даже не заинтересовало, и ты даже не полез в записи? Записи где? Очень хочется ответить в рифму, но отвечу, что... Хотя все равно в рифму получится. На Твиче. На Твиче? Да, только какая-то запись. Да, ну ты явно громче всей конфы. Я громче всей конфы? А еще Дашка у нас не сменит на Ромаре. Ну ладно, я попробую сделать себя уменьшить на 70%. Я думаю, так будет лучше. Точнее, не уменьшить не на 70, а до 70. Я думаю, это спасет ситуацию. Это спасло ситуацию? Пока ты говоришь про 70%. 70%. Ну вот 70% и в этот момент я должен был уже уменьшить. Да, вот, я могу вот так вот сделать, я могу сделать все остальное погромче и, по идее, вас выкрутить на 90, себя оставить на 70. По идее, я должен чувствовать себя очень ущербно, поэтому я даже вот не буду вас увеличивать до 90, поэтому на 81 мне от этого приятнее. Секундочку. Я хочу ответить Салину на можно иди в жопу. Баста, одобряешь мое решение? Да, но я не понял, на что ты ответил, вроде вопрос никакого. Салин в чат написал, вы в расписании отмечаетесь, блядь. Ну, видимо, на СК2 у меня только фильм. Да, но он... Он вообще в скайп, он в скайп написал. А, ну я скайп закрыл, потому что я на планшете же там. А. На компьютере. Расписание. Ну, нужно расписание. Спонтанный стрим. Так и напишу. Так. Включай South Park команду в серию, пусть забанит канал. Так, ладно. Ну что, пробуем, да? Ну, ты готов? Ну, я, наверное, да. Вот Вы готовы, ниндзя? Смотрите. Да, сенсей. Нажал тык. Я вижу, что ты нажал тык. Тут ожидание хоста. А вот теперь скажите мне, что происходит на трансляции. Что-то мне подсказывает, что там что-то нехорошее. Нет, все отлично. Все отлично? Все бан. Good Game прогрузился. Чего? Good Game прогрузился. Да, Good Game, я да, это я его сделал с самого начала. Все, зашибись. Так, у нас есть Ганс. Ждем Сому. Обоссывать в пижаму. Давай нашу любимую. Мы все время втроем играли. Да не, нифига, мы один раз играли в четвером. Где? Вот, его верни, нашу любимую только что было. Всех по углам, короче, и погнали. Я не знаю, кто это. Не, а где же ваша карта? Как она называется, мне скажите? Ну, она на восьмерых была. Она, короче, на восьмерых, где... Да-да. Нет, не это. Это? Нет, не это. Это? Можно и эту, но вообще другая была. Это? Нет, не это. Блять, тут нет бы. Есть. Это все, я понял. Нет, не это. Ну как нет, мы на этой играли. Да другая, где мы с пижамой, помнишь, играли, где он великую китайскую стену выстроивал против компа? Эм.
котором ты скачался? Нет. Блять, я вообще не знаю, о чем ты говоришь. Я бы мог узнать, как оно. Я бы мог тыкнуть, я бы, блядь, сразу сейчас бы нашел. Давай, я буду мотать. Просто мотай, да, и мостную. Надо будет запомнить, как она называется. Как нехорошо получается, каждый раз ее ищем. Назад. Нет, это не она была. Вот она. Как она называется? Кровавые равнины. Кровавые равнины. Кто-нибудь запишите на листочек. Запишите месячные. Все понятно. Да. Так, я какого цвета? Так, я оранжевый. Так. Кто есть кто? Подожди, я должен уже смотреть. Так, Ганс там, внизу. Нет, сделаем по-другому. Нет, Бас, это плохая идея. Отличная идея. Ты думаешь, это отличная идея? Ты уверен в этом? Чтобы мой писюн прям начинался с этой черной точки зала. Окей. Так, ну все тогда, стартуем. Эх, погнали, наши городские. Не забудь построить амбар, это главное. Да, амбар это самое главное. Нет, самое главное это ниндзя, но амбар тоже. Ну так-то да. Можете рассчитывать на нас. Бас, я надеюсь, в этот раз не будет великолепной тактики, типа там... Кто знает, кто... Накупить на 2000 ниндзя, отправить их в атаку. Я надеюсь, что этой тактики больше не будет. Потому что она мне не нравится. Я забыл, где это срань с оружием. Где молоточек? А. Купаем ниндзя, не говори. Так, Ген оранжевый, все, я запомнил. Великолепно. Я пойду на пижаму. Пижамы нет. Ну, я пойду на пижаму. На заместителя пижамы? Пассыватель пижамы, должен найти пижаму. Должен найти того, у кого есть пижама. Нужно где? Твою мать, на моего шута напали львы! Твою мать, нет! Это все пижама по коробу. Хуй в пижама. А вот знаешь что, блять, мой шут сдох. Чаклз сдох. Чаклз, нет! Это что за нахуй? Это Ганс, что ли? Ганс за монголов играет? Нет, я не за монголов. Я тоже. Чё ты? Я база боюсь, у него там слишком много. Сома за монголов играет? Я тоже. Так, мне кажется, кто-то идет сжигать мои лесопилки. Во имя Варга. Аж популярно страсти. Я предотвратил внезапный поджог базы. Кстати, это забавно, но у меня все равно остался одна лесопилка. Я думал, все нахуй сгорит. Ганс, я надеюсь, ты научился строить, так как я тебе говорил. Я на это надеюсь. Надеюсь. Ганс, помни силу писюна. Это все, что тебе надо знать об этой игре.
уже дерево видно. Опа, кто? Никого не стреляют. Чё за... Мангауны не нападают. Ну это, наверное, бас. Я даже сейчас посмотрю. Это бас. Нет, ты врёшь. Караван, ты не можешь меня бить. О, у меня новый Чаклс появился. Ты для чего он сюда их отправил? Вообще не просто. Убил только одного моего поджигателя и всё. Ну это бас. Базу виднее. Я рассеиваю туман войны, которого нет. Какого фига у меня запаса дерева так мало? Дровосик, ну что ты медленно работаешь? Твои дровосеки хуёвничают. Кого на это стреляет? Поджигатель, куда лезешь? Забегай, сука! Вопрос, можно? Что, да? Кто бросал обложку байонета в чат? Какой байонета? Да он байонет. Нет, тут никакой байонета. Пиздишь, как дышишь, я же вижу. А ты прочитай, что там написано. Там написано байонет. Там не байонет, а написано. Читай, что там написано. А, у меня подгрузилось. Чего ты? Это... А что это за первая буква? Я вижу тут этот Кратос сверху, но... Это у нас был дивный план. Ну-ка. Мы хотели Ромарио закидать гейскими изображениями с Кратосом. Тоже неплохой план. Но за что бы я... Запасы провизии убывают. Ну это самое гейское, что я нашел. Нет, я, конечно, слышал. Что в сцене в конце игры, где танцует Байонета, там как это называется, когда костюм надевают, я забыл. Косплей? Нет, в смысле при создании игры с точками этими, которые датчики фиксируют движение. Не знаю. Motion capture. Motion capture, да. Человек, который надевал костюм Motion Capture, танцевал для данной сцены, был какой-то японец, мужик трансвестит, поэтому Дэн, ты не так далек от истины. Я знал. Истина где-то возле Дэна. На самом деле нет, на самом деле истина не возле Дэна, истина возле геев. Я вам открою тайну. Это много объясняет. Кто строит эту сцену? Какую? С дырами. А, это мой охуенный план. Ты пока еще не понял. Ты пока еще не оценил всей охуенности, но ты скоро поймешь. Ты делаешь стену с ловушками, на самом деле, признавайся. Нет, на самом деле, я просто даю возможность этим жалким ублюдкам ходить. Ну я вижу. Понял, да? Да, я вижу. Теперь ты уловил мой хитрый план? Ну я только не уловил. Блять, как ты оборонец будешь? Ты еще не познал дзен. Ты мне лучше... Вот я тебе хочешь покажу вот он, ученик пижамы. Вот он, охуенная огромная стена с дырой. Вот он, ученик пижамы. Я вижу, я уже вижу, как он учил его. Ганс, признавайся, сколько ты заплатил пижаме за обучение? Было очень дорого. Нет свободных людей для этой работы. Что ж ты со стыда говорить? Оно того стоило. Ну оно того стоило. Нет свободных людей для этой работы. Ничего себе. Вы расписание не писались? Нет. А зачем? Да может, всё, жар придёт ему за то. Ну.
Ну это правильно, да, но и это вам тут цели, претензии. Да хуй с ним. Все послали. Официальное опровержение, правда, все. Все, отлично. Мне нравится. Базно, да, охуел? Ну, отлично. Пока развлекайте меня, а я здесь ужинаю с бокальчиками. Я тут посмотрю, я тут смотрю, что Бас вытворяет, и я вижу, что он творит. Что? Бас ниндзя на меня направил. А, вижу. Хитрый Бас. Хитрый. Так и не понял, но его короляш убивают? Нет, короля не убивают. Король будет жить. Вопрос, почему твой король стоит на башне? Это просто где ты твой лучник? Охраняет лесопилки. Понял, да? Ловил? Я первый. Я самый хуёвый великий лорд. Я отсосный великий лорд. Ну вот, достроил стену. Нет. Дырка еще есть. Ну это дырка. Это нормальная дырка. Запасы провизии пополняются. Тут все как пижама завещал. Нет, вот здесь все как пижама завещал. Вот тут вот прям вот прям по-королевски. Вот особенно вот эта часть. Вот это. Вот это вот прям вот точно я прям вижу. Да, по заветам пижамы прям. Только стена должна. Только Ганс, стена должна быть. То есть башня должна быть не маленькой, короче, а круглый большой. Кого я вижу. Если ты хочешь, да, тут Бас ниндзя пытался провести. Ебать, Сома, ты чё творишь? Ты вообще охуел. Нифига себе, вот это разбило. Вот это великая китайская стена. Монголов туда срочно. Слушай, а чё калитку ты не построил? Да, вот только что построил. Сома, ты как-то очень хаотично всё это дело окружил, я вот тебе хочу сказать. Но он с перспективой на будущее. Мне кажется, или Бас тут строит хуй из башен. Да. Что-то... Не знаю, Илиш. Хуй построен. А ты можешь починить, почему я играю? К дедушке подойди. Ладно. Да. А ты принял хуя? Да. Именно. Что-то плохое. Хорошее воспитание, Дэн, хорошее. С молоду учишь. По моим заветам все. Ну ж лучше так, чем быть пижамой. Так, теперь... Сейчас деда... Знаешь, я сейчас представил... Вот Дэн, это... У нас великий наставник, а его дед... Он отправил к своему деду, потому что не может помочь. Его еще более великий наставник, такой, знаешь, бородой с таким, как китайцы такие, знаешь, брови такие свисают. Запасы провизии убывают, мой лорд. Именно. Сидит, я не знаю, на троне, сзади него золотой дракон. Золотой дракон. И усы такие длинные до пола. Меня напрягает то, что Сома-то как-то хаотично все это, блядь, построил. Вот настолько хаотично, насколько это может быть хаотичным. Ну смотри, Сома-то это шахматист сейчас, как все. Нормально. Чего вы шахматист? Пижама шахматист, но по пижаме не было видно, что он шахматист. Не хватает рекрутов. Если честно. По нему и в шахматах не было видно. Ну, правда, он с Иларионом играл. Это не оправдание. Такой вот шахматист. Не оправдание.
надо что-то в чат написать. Интересно. В чате? Ой, пролист был быстрее. Пролист что-то написал уже в чат? Да, вы не поняли, это просто хитрый маневр. Просто Пижама знал, что проклятие, проклятые монголы опять будут ломать стену, поэтому использовал ее как приманку. Пока стена будет стоять, монголы не продвинутся дальше. Да, объяснился как мог. Ты пиздишь это все. На самом деле, это просто дешевая отмазка. Запасы провизии убывают, мой лорд. Че-то все лагает. Если немного так по. Вот пижамы нет, а все равно все лагает. Пролист, они будут играть, я буду читать, пожалуй. Пролист. Пожалуй, мы так. Пижама нам даже во сне все портит. Мне кажется, ему снится, что он играет в Stronghold. И этим все нам портит. Я думаю, дети должны сидеть. Чего? Я думаю, дети должны сидеть в башню. Покажи великую башню, база. Вот она. Я даже вот так сделал. Чтобы подальше видно было. Абстракционизм. Хочу. Современное искусство. Хочу заметить, это очень важно, что у базы промеж и яиц резвятся дети. Мне кажется, это символично. Я тебе говорю, точно современное искусство. Это современный Сальвадор Дали бас. У которого между яиц резвятся дети. В тот раз у Дэна тоже в стене была брешь. Дэн, оправдывайся. Ну, в принципе, по этой же. На самом деле, по этой же причине, вот здесь вот была. На самом деле, по этой же причине была брешь, потому что мне впадло было строить такую большую баррикаду красивую. И. Я решил то, что в жопу баррикады для пидоров, вот, дырка для королей. Зато удобно, в обе стороны движения. Да я могу сделать, чтобы оно и так было. Просто потом у меня как-то из головы как-то выпало. Кажется, одного из лордов дезертирует, нет, как-то, черт, саботирует изнутри. Может быть. Дэн, решил построить по канонам классической цитадели? Нет, просто мне так кажется, что будет очень удобно. Куда пойдем? Всегда готовы. А, фу. Блять, вы. Твою мать, у меня король полудохлый. Где такой? Ваши указания. Это все Сома. Его необъятные стены. Вот у меня. Как бы он поставил возле моего стен парочку каменной кидальщика поделиться и. Не то, что я тут с начала игры был, до сюда расширился. Вот они, пижамовские каноны. Кто-нибудь смотрел мультик Мистер Хелл? Чё-то знакомое. Да, кстати. Это не где там такой еще тюлень был? Который всех убивал. Именно там. Как его? Серж. Ну, не суть важно. Я не помню, как его звали, я помню, что он всех убивал, и этим он мне нравился. Не без этого, он психопат. Я к чему говорю? Там была серия, где мистер Хелл рассказывал про развитие технологий, что они позволяли людям. Так вот, самой главной радостью было это наблюдать, как горит соседняя деревня. Потом, а уж
я не помню, что там было в промежутке, в конце было. И теперь мы можем наблюдать, как горит соседние деревья, деревня на широких экранах. Замечательное заключение. Да. Вот я сейчас то же самое наблюдаю. Мне кажется, бас что-то затевает. Мне кажется, у него там уже 500 тысяч ниндзя. Да-да. Я угадал, да? Ровно, ни на ни одну ниндзя нет. Ровно 500 тысяч. Я знал. Ни одним ниндзей больше, ни одним ниндзей меньше. Я все еще четвертый. Я все еще в жопе. Так ты ж в обороне сидишь. Причем очень такой плотный. Ну да, я не строю. Я не строю великие китайские стены. Только я правда не понимаю. Вот смысл, ты сейчас... Сколько слоев у стены сделал? Два. С одной стороны. Два. Ну, одна зубчатая, чтобы, если по ним будут лучники стрелять, чтобы стрелы не попадали, а вторая обычная, по которой люди ходят. Ну вот. О, ниндзя! А, нормально. Класс, класс. Не, к чему это все? Ну. К тому, а что мешает обойти тебя нахрен? В смысле? Ну, в прямом. Ну, потому, там... ну, потому что пока я оборонился только с одной стороны. Вроде все логично. Что? Ну так. Класс, красивый. Он, тогда... он только у меня родился. Очень здорово. Классно. Ирина, ты не хочешь в другую комнату пойти? Все по канонам, да. Я обучил тебя всему, что знал сам. Хорошо, замечательно. Хорошо. Видишь, какой хлёвый дядя? Да, видишь, я обучил всему, что ребенок должен знать в этой жизни. Ты должен остался обучить строить вместе. Это самое важное. Что ты делаешь? Играю. Потом я сюда пойду. Хорошо. Они могут участвовать в ВГЦ? Кто? Племянница твоя. Нет. К сожалению, одной 5, другой 3. Ну, самое время, чтобы проходить, великие люди. Ну, я тоже так считаю. Я тоже так считаю, но мой брат не разделяет моих мнений. Люди восхищаются, когда человек. Люди восхищаются. На самом деле у него просто нет бороды. И он мне завидует. Он молча завидует. Так, мне показалось, или бас что-то сказал? Сказал. Что-то монгол я слышал. Я тоже слышал что-то про монголов. Супер монгол. Мне кажется, что базу было бы лучше не пускать своих. Свой лучший отряд вот туда, к орву, к большой стене, к лучникам, а обойти аккуратненько вот с той стороны и в дырку залезть. Готовь тушу. Тупые.
на стриме класс 5 зрителей, мне нравится. Ну ты куда? Мы пообщаемся же. Я знаю, что... Подожди. Чуть-чуть подожди. Сейчас, там общение идет. Лучшие дипломаты хотят с тобой поговорить. И ораторы. Зрители Fireblast, Климов, Джи Климов, Г Климов, Бандасу и Пролист. Еще некий Бас, Мугут и Уилло, но... А кто знает что... этих людей? А кто их вообще, да, знает здесь? Кто они вообще такие? Пошли они, пошли вон. Вот лучшие зрители, вот Fire Blast, Клима. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Кто там это? Еще есть легенда, что существует в мире где-то неопределившийся жар, который мне сегодня все было. Отдохну, малыш. Так черт его знает, собирался он или нет. В этом-то и проблема. Если бы собирался и точно бы сказал, или хотя бы склонялся ближе к мнению, что будет стримить, даже не было бы особо обидно. А так даже чувствую себя каким-то... Не, ну он вчера сказал, вроде на киномане зайдет. Говорят... Кто узнает, может он сюда зайдет. А у меня там этот Silent Hill как минимум часа на 4. Дэн, ты собираешься построить свой аквапарк? Почти. Просто я еще беден, поэтому приходится жить тем, что имеем. Возьми кредит. Тут нельзя взять кредит. Все было бы намного проще, если бы здесь можно было взять кредит. Работник идет на свое место. Здравствуй, Феникс. Люди восхищаются мной. У меня нет союзников. А еще у тебя нет башни в форме писюна. Еще у меня нет башни в форме писюна. Слушайте, вам нужны союзники. Нет. Я был... Кстати, в курсе, что сейчас Ромарио играет? Че? Сейчас Ромарио играет. Так делаешь? Да, мы в курсе. Дайте-ка я сделаю. Бас, что ты там построил? Не знаю. Работные базы. Баз. Коробника. Классно построил, классно. Я говорю, позвал лучше дипломатов, чтобы с тобой говорить. Это, Бас, а ты в курсе, что вот то, что ты стреляешь по стене, вот это вот стрелами, оно как бы вообще... Читер! Тоху проходи, стрелы не пробивают стену. Вот, смотри. То есть они просто врезаются в стену и падают, ты понимаешь? Не бывает такого в реальной жизни. Как его записать? Монгольский заруб. Точно, так не пишу.
Эй, Инди! Люди восхищаются вами, сэр. Инди нападает. Не может быть. Это же твой отряд. Бас, кто-то додумался, кроме тебя построить ниндзя? Кто-то ему заплатил больше, чем я. Теперь лучший заруб. А я все еще четвертый великий лорд. Боже, прямая трансляция киномании прямо сейчас на ютубе. Они еще и на ютуб вещают? Ну, мне пришло, да, пищать. О, господи, да, они на ютубе. Запасы провизии пополняются, сэр. Знаешь, что они играют? Ну. Самую небаянистую игру в мире, червяк Джим 1. Ну, вовсе не баян. Не, на самом деле игра-то хорошая. Так никто не спорит, что она хорошая. Речь о том, что она баян. Она баян, да. Надо было в Марио первую играть, там не баян. Да-да. Вот я хотел же пройти первый Марио, тогда вы мне не дали. Просто мы не могли себе такого позволить. Ну как, за 5 минут пройти Марио, как в самом величайшем спидране первого Марио. Не-не-не, ты не сможешь, ты еще не готов. Ниндзя тупые, что вы делаете? Ниндзя должны брататься с ниндзя, неправильно. А, так объединитесь с союзью. Ну-ка, кто там на тебя напал-то? Зеленый. Какой зеленый? Ганс желтый. Кислотный как. Кислотный какой-то, да, непонятный. Слушайте, нет, я ошибся, это не... Это не первый червяк Джим. Это второй червяк Джим? Нет, это даже не второй червяк Джим. Третий? Я не знаю, что это. Это хак на червяка Джима? Наверное, хак, потому что я сейчас посмотрел, он бил этого кошака из второго уровня первой части. Ну. Босса, а теперь он очутился на какой-то еще зеленой планете. Я такой даже не видел нигде. Нет, это не для Донди, слишком крутая игра, графен. Это же чтобы я Донди делал. Может там новодельник искать? Ну, скорее, да. Я только что слышал какую-то такую боевую музыку. Бас все еще стреляет? Нет, бас не стреляет. Нет, не ниндзя, проклятый ниндзя. Бас там же? Блядь, еще. Блядь, хили живой, сука. Нет, Феникс, пижам не играет, пижама. Я потерял короля. Че, серьезно? Я не знаю, где он. Он спрятался, как и ниндзя, даже вон вис. Блять, автосохрани. Пижама заходит. Мне кажется, к нам пытается законнектиться пижама, но у него ничего не получается. А, Бас, вон твой король, я вижу его. Нам не надо. Ты видишь, где он? Нашел. А, ты уже нашел, он круто. Убей его, короля, быстрее. Да я не успею добежать. Видите, этот счетчик у меня все время с 77-79, и не хотят прибывать, как плюс один всегда популярный. Не нахуй, трактир. Так трактир, он же на определенное количество этот, народу, то есть если ты слишком до хрена сделаешь... Да, написано, работник трактира умирает в данный момент. Прям так и написано? Ну да, теперь некому работать. Но он ровно смотрел статус, когда меня тут конные ниндзя атаковали. О, смотрите, да на базу монголы напали. Люди любят вас, мой лорд. Бас, ну ты установи трактирщика, а то тебе уже король решил уйти из страны. Зачем же из страны нет трактирщика? Да. Где нет хорошего добротного трактира. Поэтому налейте мне святого трактирщика. Мне, кстати, всегда было интересно,
нафига в этой игре нужны монахи? Ну, в смысле, как воины. То есть, я знаю, что они как бы есть, но... Они разве не лечат, не воодушевляют? Я на самом деле ими никогда не пользовался. Скорее всего, люди восхищаются вами, сэр. Казна пришли. Нет, Феникс, этим уже это сделал Бас. Что? Он нанял 500 тысяч тех самых. 500 тысяч ниндзя? Не, мне говорят... Ну нет, Бас нанял 500 тысяч монголов на лошадях. А, я Никело, первый раз в жизни. Сома тут вообще обороняется, я смотрю. Тупые ниндзя стоят возле лошади, не бьют ее. Сома, мне кажется, тут что-то у тебя не то, по крайней мере, вот с этой частью, по крайней мере, как минимум, что-то не то. Ну, это лично мое мнение. Мне просто кажется, что этот кусок... лишний. Не, Дэн, он там сделает рвы. Но он не сможет все это закопать. Я только навел курсор на писюн базы и заиграл такая злобная музыка. Мне кажется, это знак. Тут ему не хватает марша. Да. Да, на тебя не напрягает, что его пищи направлены на твой квадратный. На твой квадратный цитадель. Ну даже не знаю. Мне сказали, какое унижение, что направлено. Какое унижение? Не, он направлен конкретно. Конкретно его писюн направлен больше на башню, чем. Но в целом, да, в целом на цитадель, но вообще на конкретно вот на эту башню, вот прям вот почти ровно. Он любит эту башню, он хочет. Да, это... Бас, это неправильно. Надо прокопать брызги. Ну ты окружил неприступными водами. Ну или это она уже такая влажная? О! Дашборд уже обновился. Мне кажется, у меня слишком дохуя муки. Мне кажется, у меня слишком дохуя муки. Тебе кажется. Вот были бы у меня деньги, я бы устроил вылазку на Сому. Но я беден. Да, Сому там вообще не чувствую. Но я беден. Я безбожно беден. Поэтому единственное, что я могу себе позволить, это построить манганель на башню, чтобы стрелять по Соме. Блять, я построил гильдию саперов, я дал. А, я дал. Сома прибежал, жечь мой дверь. Александр Владимирович сети. Да, Александр Владимирович сети. Чем мы можем помочь? Я вот не помню, сколько нужно инженеров, чтобы стрелять из этой хуйни. Что-то мне подсказывает. Два? Нет. Один целится, а другой там не натягивает. На три буш, по-моему, только три надо, остальное по два. Нет, которая на башне хуйня. Манганель или как она называется? Ну, тоже два. Манганель. Слушай, Дэн, там вот этот вот мужик, вельможа, который вот в капюшоне. Какой? А, вот этот? Ну, с этой с книжечкой, которая там подсказывает, ну, говорить.
У тебя оттуда выскочило сообщение, то, что Александр в сети. Это не он сообщил? Нет. Блин, слушай, я не могу докинуть до Сомы, ты глянь, блядь, потому что я не тем целюсь. Неужели? Естественно, я не могу докинуть до Сомы. А вот теперь проверим. Ну-ка. Ты нифига не сможешь. Ебаш. Да не сможешь, да нет, нереально. Ебаш. Вообще реально, ну косой. А, попадаю, смотри. Да, этим ты долго будешь убить. Ну, недолго, но подъебывать я его буду очень долго. Хватит камни тратить. Да ладно, у меня много. Ну смотри, смотри, напрягся, смотри. Смотри, башен понатыкал, смотри, вот тут вот это. Смотри, как ты. Напрягся. Мне тупые ниндзя, они не могут свою башню перейти, короче, они на нее карабкаются, потом слезают. Смотри, он тоже копает ров, хитрец. Каков хитрец? Так что выглядел. Да. Сома, боюсь, я не могу тебе позволить это сделать. Нет, монголы. Проклятые монголы не дают честным китайцам построить стену. Слушай, а прикинь, сейчас свои же катапульты монголов все же побьешь. Да не, нифига. Не может быть такого. Стреляйте по пикинерам Сомы. Черт меня окружили с двух сторон. Интересно, а тут стрелять по мне могут? Все еще могут. Че? Мафа. Что такое? Зеркраш. Я смотрю, такие твои выбегают, конные эти лучники. Я зашел быстренько. Куда пойдем? Парня писюн один. Ханс ноль. Не хватает оружия, сэр. Да, Ганс. Ганс, вот конечно я от тебя не ожидал. Я еще хоть один играю, чего тут ожидать? Пижама тоже на пижаму. Мастер построения стен. Это чё? Это ты типа трюбешешь или по мне хуяришь, да? На самом деле у меня королю реально 3000 и всё равно. Хитрый Сома. Ну да, Сома. Стоп, Сома, а почему у тебя раздолбленное требюше? Да, наверное, попал. Пижаму прекрати, канал. Пижаму, у тебя ничего не получится. Прекрати. Фаервол пижаму. Блэк Боббер. Да, у них стратегия, у них не стратегия, бру. Какая нахрен стратегия? Не просто монгольские зарубы. Да, это все монгольские зарубы.
не воспринимаю это как стратегию. Это может выглядеть как стратегия. Играется как стратегия, но поверь мне, это не стратегия. Тут стратегии нет. Тут ее ноль. Ну точнее, как бы она и есть, но в нашем случае ее ноль. Что Дэнни задумал, потому что он ведет стрим. Но я думаю, говорить, что он сейчас делает, будет крайне нечестно по отношению к нему. Именно. Ну вообще за отдельную плату я могу рассказать вам о планах Дэнни. За отдельную плату я сам могу рассказать о планах Дэнни. Но это будет неэтично с твоей стороны. Да я что там? В итоге на маме, кстати, работаю. А хер знает. Я на ютубе только вижу, но видео. О, нифига себе, я требюше сломал. Блин, вообще, я на самом деле не рассчитывал ее именно вот таким образом сломать, но я ее сломал именно этим образом. Че там сом наломал? Копейщики, пикинеры и эти, как их, которые с булавами. Слушайте, народ, а в Stronghold есть уже? Ну, в сингле. Есть. Вот тебе ответ, Black Bobber. Ну или как говорят, задний Bobber. Че думаешь, киномания, да? Тут зависло опять все. Да, что-то как-то. Почему маленькую лялечку Разве да? Ну он же выключил микрофон сразу. Склад заполнен. Сома. А. Ганс. Чё это да? Чё? Ты за что обидел? Зачем обидел? Ох, нифига себе, мои ниндзя еще и живы. Потому что так надо было. Смотрите, что Сома делает, смотрите, он рыцарь понатыкал. Кажется, он хочет отвоевать свою башню. Ну ладно, попробуем уничтожить что-нибудь, одну из его кузнец. Нет, у нас ничего не получилось. Вас. У них все работает. Видимо, тебе надо организовывать вторую волну. И я же знаю, что это ты сделал дос-атаку. Запасы провизии пополняют. Я раскрутил. Да ладно, я раскрутил твой план. Ты же знал, когда они будут стримить. Ты специально пошел проверить, как она прошла удачно. Надо объединять мощь пижам, чтобы ты не давал киномания. Достаточно одного пижама. Он как Кратос придет и все сломает. Не пойму, теперь они в водном уровне. Встать, строй. Ну, из первой части. Может это, ну блять, надо 100 пудов хак копить. Они же вчера вроде собирают что-то с хаками играть. И там поприплачь пару. Йо, а это нормально то, что у меня чат уже не работает на ключе? Нет, ну смысл. Нет пижама. Нет, пижам все сломал, у меня все работает. Тут бас пришел со своими ниндзями, пока я его не вижу. А глянь, киномания-то отрубила чат на сайте. Так, там регистрировался на этот чат, а потом ее, по-моему, перебило. Кто у них сайт не занимается? Не хватает ретутов, сэр. Я забыл самое главное построить. Опа, что за странная музыка, мне это не нравится. Буду издеваться над базом.
Мне надоело издеваться. Нет, он просто пытается убить моих коней и не может их догнать, потому что он слишком медленный. А как ты бегаешь, я вот обрыгаю. Твоих ниндзя просто слишком много. Их 8. А еще тут Сома приперся. Поэтому вы меня просто окружили. А где же твоя 500-тысячная армия? Ты почем корову убил? Чему распространяешь? Да это Сома все. Пытается. А на сколько клеток? Не знаю. На самом деле мне вообще насрать на этих лучников, вот на конкретно этих абсолютно. Мне главное сломать Сомину требюше. Но это надо же все-таки в город кидать, желательно вход. Предлагаю застримить экономическую стратегию, но это уже для полного счастья. Да, это не особо интерес смотреть на экономические стратегии. Там совершенно нет. Не хватает. Да, там тупо карты. И если это особенно какая-нибудь цивилизация, это чисто, знаешь, 10 ходов сделать на ближайшие часа 3. Здесь все очень долго, муторно. Если только. Да блять, что за хуйня? Ведущий не долбанный Иисус. Смотреть точно смысла нет. Все, жесть. А, нет, все отвисло. У нас там реально пижама, кстати, в онлайн. Хуй знает. Сейчас пойду. Ну, Black Bobber. Склад заполнен, милорд. Это какие-нибудь... Здесь нет работы, милорд. Age of Empire, кажется. Где можно из деревни сделать цивилизованное поселение доминировать. Ну любой вещь, там пары не получится. Но я играл только в Age of Empire 3, поэтому. Фу, третий. Ну я слышу. Не хватает товара. Запасы золота неуклонно разрушаются. Нифига себе игрушку в стиме. Причем без шуток, это может быть даже кому-то интересно. И что же может быть кому-то интересно? Car Mechanic Simulator 2015. А, ну да, я, кстати, видел. Кстати, ну вообще прикольно. Я когда-то играл во что-то похожее. Только я когда собирал вроде все в порядке машину, она никогда не заводила. Не хватает оружия, сэр. Вроде все нормально сделал, скрип не пробовал, нифига не заводил. Или на бочку что-то? Нет, там, ну типа машин чинишь. Как-то звучит очень обучать. Нет, ну вот в той игре тебе давали, ну как тебе какую-нибудь телепередачу, там машину, да, там, или там задание. Там есть детали, есть бюджет. Есть бюджет, ты покупаешь детали для машины, тебе корпус уже есть, забираешь машину и участвуешь на ней в гонке. Так вот у меня машина никогда не заводилась. Не быть тебе экзибит. Не быть тебе экзибитом, да. И даже там даже монитор... Нет, вообще, если так размыслить, то игра фиговая, там даже монитор нельзя прихуярить. Это действительно вообще дерьмо. Так же мы построим по оригинальный PlayStation, по табу PlayStation, а не эмулятор PlayStation. Есть
есть такое, да? О, нет, Дэн взялся за дело серьезно. Он построил уже третью башню. Что? Третью. Замок горит, сэр! Чё? Бомжи. Бомжи базу. Black Popper, ну максимум какой-нибудь тот уверен. Да и вообще больше стратегии-то не осталось тут. Только серия Total War, который очень тяжелый движок. Очень тяжелый и код там. Совершенно безумный. Они теперь не знают, да, по-моему. Дэн, тебе вопрос, наверное. Чё? Кто играл и проходил от World? Я играл и проходил от World. Вообще, смотря какой. Их там несколько. Ну, вот уточни, Black. Про Эйба, по-моему, три штуки и один там какой-то типа шутан. Вот я проходил первые две. Я не проходил, которая про Эйба в 3D и не проходил шутан. Black Bobber сегодня у нас эксклюзивный зритель. Потому что все остальные смотрят киноманы. По-любому там почти 1000 просмотров. Потому что никто не написал, наверное. Да, кстати, у вас до сих пор анонса нет? Дайте-ка я порядок, вот вы заколебали-то, а? Вот вообще Сайлен сам сказал там, и мог бы уже написать. Да? Выговор ему про то, что сказал, что на самом деле. Испортил. А телевизоров нити переплывают? Боюсь, вот тут вот они бессильны. Ну, против ров надо выкапывать. Надо выкапывать. То есть, если я себя вот сейчас окружу рвом, то ты ко мне не проберешься никак. То есть, тебе его надо выкапывать. А сколько вам сил хватит в идеале? Че? А сколько времени вам хватит в идеале сил сейчас? Не знаю. Пока пижамы нас не будут. Да? Короче, именно. Напишу вас до полуночи. И анонсик. Блин, неохота вам что-то писать особенное. Можешь просто кинуть картинку монголов с этой вообще без знака. Я тоже обычного монгола. Да, пожалуй. Ну, с картинкой, да. Опять Сома со своими трюбюше. Там Black Bobber предлагает, кстати, застримить про Эйба от World, самый первый. Ну, у меня есть. Но ты и застримишь. А ты на этот дан забил? Там, наверное, надо превращаться в монстр. Да ты сейвы по всем. Я только что понял, народ. Я не понимаю, о чем ты. В Сафари! Сафари! Да. Народ, я только что понял важную вещь, Дэн. Ты когда прошел этот вертушку? Какую вертушку? От Карлсона. Не помню. Playforce на той неделе. Понять не имею. Так я о чем-то говорю. Ты же у нас, блин, первый же претендент был на это. На фриплей. Да пофиг. Да я что-то про тебя забыли, промучили. Да мне как-то пофиг. Вот, мне не пофиг. Я хочу отставить твои права. Вспомнил, недавно играл в тюремного архитектора. Тоже советую. Это стратегия, что ли, такая? Сома нечестно блять, а где он там все это построил-то? Сома нечестно поступает, пока я, блядь, тут отбиваюсь от вас всех десятерых, блядь. Как хуесос себя ведет, конченый. Нет бы в тыл, блядь, нет бы пошел, как положено. Сома, я тебя спешу обрадовать, вот эти на лошадях, они, короче, не умеют по лестницам
подниматься, поэтому извини. Но все твои чуваки тут вот, вот. Вот эти вот все твои, они прямо сейчас вот тут вот слягут. Ну что, марно? Ну просто твоя. А, я понял. Лайн армии убед на базе, вот прикольно. Да. А что это сам главный самок не разрушает? Слушайте, у вас четверо играет, да? Это нельзя здесь разместить. Ну все. Кто это мог быть? Ну все, это трэш. Сома нечестно поступил, как пидор. Неужели? Да, как пидор вообще конченый. Я не увидел его армии. Я не просто не увидел его армии, а пока занимался восстановлением после базы, Сома как пидор сидел там, отстраивался. Ну вот, мне нравится эта картинка Манвола. Ее использую. Сома, давай, иди сюда своими ссаными рыцарями, где они? Вообще всех убью. Да как бы ты их убил. Ну ты вообще как. Вообще даже говно, ты меня даже убить не смог. Вообще ты кончен. Вообще ты просто. Просто вообще лохня последняя. То есть ты даже меня убить не смог. Тебе еще отстраиваться придется сейчас. Да я сейчас не, да я не буду отстраиваться, я сейчас все снесу к хуям собачьим. Проиграешь, вот типа. Ну а я уже проиграл, хули мне тут делать. Так это что, получается, Дэн выиграл? Ой, Дэн, вас выиграет? Ну есть скорее всего сам. Ну так он же построил лучшие стены. Нет, ну, ты видишь? Во-первых, нет. Ну чё, пацаны, идите, убивайте, кто первый, тому все говно. Бас, быстрее, быстрее на халяву. Бас, халяву, быстрее. Я бегу, давай. 700 миллиардов ниндзя. Давай. Слышь, Дэн, ты это, не по канонам, давай еще короля-то выведи из-за стен. Да подожди, я еще не все сломал. Видишь, не знаю, кто что-то играть тоже. Люди покидают нас. Дэн, беги, беги, спасай короля. Только не Соме, только не Соме. Это, по-моему, Сома к моей стороне направился. А, нет. Просто. Бас, быстрее, у тебя еще есть шанс, потому что, короче. Я немедленно иду, нельзя. Просто смотри, Сома пришел как опять как дебил, он, видимо, не услышал, что я ему сказал. Этот. Дебилы на лошадях не могут подниматься наверх. А я не буду спускать короля вниз. Так что, Бас, давай быстрее, у тебя еще есть шанс. Да как бы для разогрева, потому что армия идет. Да, твоя армия, это, блядь, кивноед. Уведи, да, я сломаю. Да, я стену доломаю, уведи своих пидоров. Обойдешься. Один слов попался, я надеюсь. Ну вот да, я доломаю, уведи своих хуесосов. Сейчас, подожди, еще две ступеньки, все. Слушай, Дэн, ну вот вельможа ты недовольный, недовольный вельможа. Ну так я все убрал, потому что я все снес. Ах ты ж бас, ах ты ж бас. Я видел, прикинь. 600 миллиардов тысяч. Они что, уже друг друга перебили? Бас, быстрее, я не хочу, чтобы все Соме досталось. Бас, где ты? Нам приходят новые люди. Ебать, а схуяли у меня, блядь, 72 популярность. Они серьезно не могут плавать? Да, не могут. Что за хаос? Бас, быстрее! Бас, его рыцари приближаются. Все, я убегаю. Нет, нет, я... На базу я тебя защищу. Кажется, я не могу выйти. А, нет, могу. Все, бежим.
Бас, быстрее! Это нечестно, сраный ров вообще против ниндзя спокойно срабатывает. Стал какой-то. Ты ба? Не настоящий ниндзя. Вообще, где ниндзя с Беверли Хиллз? Это что, это мой ниндзя? О, бля, у меня еще один ниндзя остался. У меня из 60, пока я обходил, осталось 21. Бас, быстрее, я бегу к могиле Ханза, давай. Встречаемся да там. Я одного лучника тебя пошлю какого-нибудь. Да лучник не убьет, рыцаря какого-нибудь, ниндзю пошли. Ладно, копейки. Ну хотя бы... Это всех королей. Быстрее, он гонится за мной. Его, да, его кони гонятся за мной, быстрее. Нет, я не вижу. Я приближаюсь к хую, короче. Давай, я сменил дислокацию. Объясню. Я боюсь его. Я не смогу, у меня мало жизни. Все. Нет! Беги! Беги! Я бегу, я не успею. Все, бас. Все, бас, ты не убил меня. Не смей обходить мою стену. Нет, теперь мой король. Я хотел убить Бена королем. Трус, ты даже короля не вывел. Я играл так же благородно, как пижама. Заметьте, ни одного ниндзя не использовал. Да ты сидел в углу, отстраивался. Неинтересно. Пока все воевали, ты там сидел. Фу. Вообще как лошара. Китаец. Как китаец в углу. Поэтому. Китайская философия. Поэтому это хуево было. Че, давай матч-реванш. Требую реванша. На этой же карте? Да, на этой же карте требую реванша. Так вот, тут это... Что? Так. Давайте, я отходил, но в смысле пока... Давайте Сому вот сюда запихнем, чтобы он не отстраивал. Там, кстати, по поводу этого, там, кстати, железо вообще самый децл. Это, кто там хотел с нами этот, что-то присоединиться, кто-то там что-то да, говорил? Да, Вит Дунаев хотел. Хочешь качать немножко. Но у него есть этот Stronghold? Ну вот, пусть Вит Дунаев напишет чат, что у него есть, что у него нет. Насколько серьезно он хочет строить стены. Да. Главное, правильно. Да. Как пижама. Если он не знает, кто такой пижама, то я объясню вкратце. Ты должен просто построить прямую стену и возле нее построить самую дорогую башню. В принципе, это все. Это весь твой замок. Так, что тут еще Black Bower писал? Скорее бы сдать все дипломы и смотреть вас вечерами. Что, если у тебя дипломов сейчас куча? Вот, вид Дунайф уже все скачал, он хочет строить стены. А у тебя есть Game Ranger? Да, вид Дунайф. А Game Ranger у тебя есть? С прошлого стрима уже все готово. И Game Ranger тоже? Что, да, выходим? Да, да, ну, нужно забрать человека. Главное, чтобы все заработало потом снова. Я вот там не знаю, наш комбо доступно или пересоздавать надо. Ой. Да нет, доступно, мне кажется. Мне тоже хотя хуй знает. Я ни в чем не уверен. Ну попробуй найти вид Дуная 8-2 равно 3. Да. В Game Ranger. Комната называется 8-2 равно 3. Пароль. О, ГЦ маленький. Ну, в принципе, на стриме, да, видно. Да, вот тут на стриме все видно. Главное, чтобы потом опять все нормально заработало, а не как, блядь, у пижамы вот эта вот, вот хуйня через жопу. Ганс, выходи из игры. Я вышел. Да-да-да. Все выходим. Это обязательно. Зажую жвачек. Нет, слишком много жвачек. Мне была нужна всего лишь одна. Все запомни, как эта карта называется, чтобы опять сейчас не забывать. Кровавая равнина. Вы записали, чтобы не забывать? Или вы избранные добавили, если это возможно? Не-не-не. Я слишком... Я записал.
Я записал как месячный, но забыл, что это значит. Логично. Кстати, неплохое название. Ты с нами, а? Ultimate Gaming Community. Кстати, да, вот нам бы шестой не помешал сейчас. Чтобы, сейчас нет. Чтобы, то есть мне же все равно все скачать, настраивать. Чтобы уравновесить. Чтобы уравновесить наши силы. Ну ты понимаешь, что я очень плохо буду играть в эту игру, потому что я... Ну как пижама, все правильно. Лорд, ты понимаешь, если мы поставим компа, то все пятером проиграем ему. Нет, кстати, нифига. Ну, может, ты какого компа? Смотря какого. Если мы поставим. Там я знаю, компы, там самый нормальный комп это этот, как его? Волк. Все остальные, ну еще может кабан, все остальные дебилы. Ну вот. Ну еще может быть калиф, вот против которого мы в прошлый раз играли, которого пижаму убил. Я его тактику посмотрел, он короче очень долго отстраивается и наводит себе марафет в плане этого, в плане там хавки, всего. Но когда он идет в атаку, он очень масштабно идет в атаку, а волк он периодически такие набеги делает. Монгольские. Вот не знаю, который в прошлый раз пижам играл, как раз он там буквально по 10 человек выпускал, так или лучников, или конников. Ну это потому что его пижаму. Ну это потому что его пижам зажал. Ну блин, вы это. Поставьте себе компа и сразу завалите его, чтобы не мешал. Сей гурьбой. Черт, я только что чуть было не проспойлерил Соми нашу. Наш логотип на черепаший марафон. Уже ты все проспойлерил, блин, там секунды хватило, чтобы все запомнить. А сам не видел. Сам не видел? Сама. Его здесь нет, заебись. Он в шоке от того, что он увидел. Класс. Класс. Он ничего не видел. Супер. Просто мне кажется, что Сама единственный, кто не видел этого логотипа. Какая прелесть. Интересно, список обработан сегодня или нет? Чего? Грей хотел вчера, не успел, сегодня хотел обработать, наверное, этот список черепашек, или же ему скинул. Да че там его скидывать? Я на Википедию зашел, все оттуда выкачал. Так зашел, выкачал, посмотрел, сравнил там с другими этими базами. Там небольшое различие, я указал, в чем прикол, и все. Ну вот. Отдал. Ну там, я имею в виду, там только надо выбрать, с какую платформу конкретно будет играть. Да, там же платформ, там не столько игр, сколько платформ до хрена. Ну я бы не сказал, там 46. Ну это 46. Мало, это мало. Это вид Дунаев, пиши, короче, внизу в поиске пиши 8 равно равно 3. А пароль будет УГЦ. Маленькими буквами УГЦ. Game Ranger. Да. Вот, а тому же оттуда небось не будет. Надо будет исключить всякие черепашки, которые на портативных этих. Как они? Handheld? Да, можно так назвать. Консолях типа как жар показывал. Не, ну ГБА нормальная версия. Не, он имеет в виду, которая типа этот. Типа которая Nintendo Game Watch. А, ну это естественно. Ну, типа такие, да. Там их дофига таких. Плюс всякие, знаешь, типа вот аркадные автоматы, типа вот баскетбол мячи кидать, вот такая фигня. Плюс пинболы там всякие, вот, вот такие тоже нафиг. Ну там еще много этих батл-арен, типа Mario Bros. Штуки 3 нет, да? Ну, может только штуки 3. Плюс вот такая фигня, там, например, по мультику TMNT, который 2007 года, компьютерный. Там консоли, среди консолей затесалась обычно, нормально, там домашняя, и GBA, наверняка у них стилистика ее разная. Ну, я аж кидал скрины в GBA с видом сбоку, а на PS2 она полностью с видом сзади трехмерно все. Ну вот, да, она разделена, кстати, была, поэтому все правильно. Бобр 1,800 метров с компьютером. Наверное, или 600. Ну, среди диском небось есть. Да, сидюк, да? Я помню, вот я, кстати, тогда этот узнал, кстати, по Стронгхолду, вот как раз с Стронгхолдом Крусадером была связана моя дивная история по поводу того, что у меня привод наебнулся и, короче, отказывался напрочь читать DVD. Точнее, это CD. Он читал DVD, но не читал CD. Как такое возможно? Ну, ебнулся, сломался. Ну.
Он до этого, он читал CD-DVD, а потом в один прекрасный момент, когда я купил Stronghold, благодаря этому я узнал, что у меня привод накрылся, и DVD-шки он читает, а CD он напрочь не видит. Прикольно. Что там, два разных лазера, хочешь сказать? А черт его знает. Вроде должен быть один. А черт его знает. Вот CD-шки он напрочь не видел. Может, я этот скорее... Притом... Полный мнулась. Притом, что... Не-не-не. Я потом проверял. Не видит. Вот. И что самое-то забавное... Что это были те темные времена, когда игры чаще выпускали, например, на двух CD, чем на одном DVD. Поэтому я испытывал... Дискомфорт. Да, некоторый дискомфорт. Спрашиваю две вещи. Во-первых, обычный Stronghold, а второй... Крусадер. Накиньте ссылку кто-нибудь, Сергей, было диспрофи. Да, Крусадер. Обычный Крусадер, не HD. А пароль UGC. UGC, как канал называется. Ну, Game Rager, софт-сайта, в принципе, можно скачать. Да. Я до сих пор не понимаю, из чего... Половина игр, ну, та же GTA, там 7 дисков, Ведьмак, там 12, еще на Blu-ray не сдают, сам DVD. Дорого Blu-ray стоит, нафиг это не надо. Ну, это проблема, у кого нет привода, а так дешевле Blu-ray одну баланку записать, чем 12. Ну, так их, так и в ритейле никто покупать не будет. Да, в этом проблема. Проблема в том, что, как бы, просто привод Blu-ray-ный, ну, во-первых, приводы, они вообще сами по себе, как штука, они такие, как бы отмирающая такая штука. А Blu-ray привод, он как бы стоит, я бы не сказал, что очень дешево. Ну, разве что отмирающая штука, но в свое время DVD тоже дорого стоил, в отличие от CD, допустим. Ну, вот что, DVD... Но тогда, понимаешь, тогда не была развита электронная дистрибьюция. Ага. Поэтому у тебя... Ну, других вариантов не было, то есть у тебя был выбор либо апгрейдиться до DVD, либо сидеть с пальцем в жопе. Естественно, люди выбирали потратить денег и апгрейдиться до DVD. А сейчас, когда есть электронная дистрибьюция, типа там Steam, Origin, там Ubiplay, кстати, вот, судя по всему, к нам вид Дунай зашел. Вот. Ждем Бобра или нет? Да, ждем Бобра. Вот. И, собственно, из-за того, что электронная дистрибьюция сейчас развивается, поэтому нету такой острой нужды. Да, вид Дунаев мы видим. Поэтому сейчас нет такой острой нужды апгрейдиться с DVD до Blu-ray. Возможно, если бы электронки не было, то да, все бы перешли без базара. Ну, не знаю, ну хотя бы, ну, флешки, ну реально, 12 это начало, там скоро, через годик будет, что там, 60 DVD коллекционка, ну это не серьезно. Так. Не, ну... Уже 60 гигабайт игры. Не, ну... 60 гигабайт, а то 60 DVD будет. А, ты об этом. Нет, ну... Антивирус вур-вур, бэк-бобер, у меня все нормально, у Собы все нормально, у Ганса все нормально, у всех все нормально. Ну, а Лорд боится. А Лорд боится дрессированных. Кстати, тебя случаем не Макс зовут, бэк-бобер? Да, потому что если тебя зовут Макс, то это все объясняет. Ну, не факт, вот Бас, например, тоже Макс, поэтому. Ну, он не боится. Хотя я, наверное... Кто тебе сказал, что ВКонтакте тебе написано оригинальное имя? Ну, возможно. А еще, возможно, я более правильную версию выдам, это то, что я все-таки вирусы дрессировал после того, как Бас успел скачать в Stronghold. Да. Поэтому так более правильно. Так тебя все-таки не Макс зовут случаем? Или может у тебя Windows и, короче, Lord Nick стоит? Да, что-нибудь с Лордом может связано. Согрелся. Ответь, пожалуйста, Бобр. Вижу, Тёма. Это в принципе на самом деле не серьезно, то, что там коллекционки будут по 60 DVD там и так далее. Это, конечно, столько не будет, но все же. Ну да, это не серьезно. Бобр говорит, к следующему качнем. Одну игру играть надо. Играйте. Так что бота ставить в итоге сейчас. Ставьте бота, бота. Сейчас только подожди, я этот на стриме заглушку-то уберу. С монголами. Вот. Все тут, все маханцы. Нифига себе, его зовут Святослав Владимирович. Но это очень лордовское имя, поэтому все ясно. Да, тогда все понятно. У тебя слишком охуенное имя.
Сейчас запускаем. Все, запускайся. Главное, чтобы сейчас все пиздой не накрылось. Не люблю, когда накрывается пиздой. Да, пижамы нет, все нормально. Все нормально? Кто смотрит стрим? Все ведь нормально? Ну, все в порядке. Заебись. Люблю. Я смотрю. Так, Ганс на месте, я на месте, обоссыватель пижам на месте, Сома на месте, вид Дунаев. Дунаев! Нет. Полите в чате, потому что сейчас напишет, что игра крашена. Ну, сейчас. Нет, тут на самом деле, как не пробуй кричать, все равно как-то, знаешь, не получается так. Вот как с Гансом. Как-то ну, не Ганс, так. Потому что ты кричал не шутя. Вот, все. Все, заебись. Блин, слушай. Прям даже как-то, не знаю, прям вот как-то парашно получается. Что? Ну просто если... Что-то? Ну просто если этот... если нас расставлять, даже компа ставить, то тут как ни крути, все равно как-то, блин. Плотно мы очень стоим друг к другу. Может другую карту да? Пойдет или другого? Ну можно Ричарда, можно, но лучше Волка. Но Волк не тоже в прошлый раз был? Не-не-не, в прошлый раз был этот какой-то там султан какой-то там арабский. Не помню, как его звали. Да, так теперь удалить первым. А там стрелочка должна быть. Да, давай посмотрим другую карту. Давай посмотрим другую карту. Смотри другую карту. Говно. Ну тут нет такой прям карты, чтобы прям вот на шестерых прям вот идеально. Вот это если вообще всех плотно расставить. Ну если, блин, всех плотно, ну тут и вот. И у нас вылетел. Отвалился. Че, ведь Дунаев отвалился? Он написал, я тут в чате и отвалил. Бля. Ну так, а подключиться даже еще. Раньше было. Ну, че тут у вас еще? Создаем. Бля, дерьмо. Да. Ну, хотя бы карту посмотрели, потом пересоздавали. Да что толку смотреть, если человек подключиться не может? Вот. Это вид Дунаев, выйди из игры. Гейм рейнджера не идет. Но он в игре, да. Бля. По возможности, когда игру готовимся к игре, не выходи из игры со мной. Ну, мне написано, что он все еще вообще в игре находится, поэтому. Нет. Ну, зеленая лампочка, это. Он вас почему-то тебя слышит. А, он нечаянно эскейпнул. Этот. Игру закрой, этот. Полностью из нее выйди. Чтобы мы могли по-человечески все пересоздать. Во, все, молодец. Давай. Ну все, последний босс. Давай. Еще. Предлагаю такую конструкцию. Предлагаю мы с базом против и компьютером против Сомы, Ганса и Виталия. Как это вам такая? Честный, как вам такая конструкция? Жирновато немного. И при том, вот на нашей любимой карте, на месячной. 3 на 3. Да, 3 на 3. Компьютер не сможет с нами одну большую стену поставить, которую можно подходить. Блять, в принципе, да, логично. Бобр! Где ты, Бобр, где ты? Ты знаешь, Дэн, разделиться ты, Бас и Сома против остальных трех, и это знаешь, это как вот в детстве, когда команды собираются, там, лучше. Ну я и говорю, я и говорю, поэтому Сому надо туда, в другую сторону, нам компа надо. Но комп не сможет, ну, комп правда, что не сможет построить с нами одну большую стену. Поэтому в угол его, нахуй, в угол. Во, правильно. Вот это я понимаю. Так, давай, объединяй нас. И компа не забудь. Все, заебись. И вот объединяй. Сому, Ганса. Ганс все сломал. Так, ну вроде все правильно. Я заместитель пижамы. Сейчас, подожди. Я хочу посмотреть, где кто находится.
Дунайв просто пошла случайный эскейп. Да-да-да. Я против Ханса, как тебе напротив. Ты против Ганса, я против Сомы, да? Ну ладно, все, давай, начинаем. Погнали. Мне кажется, должно быть эпично. Ну, все. Понеслась, господа, понеслась. О, чувствую теплый вечер. Собаки лают на улице, как обычно, с детьми. Собаки с детьми лают на улице. Да, это мой обычный теплый вечер. Как обычный замок пижамы. И ветерок гуляет через дверь, да? Да, именно. Послание от волка. Мой господин просит срочно доставить. Блять. Вот теперь он нас доебывать будет. Вот единственное, что я не учел. Да, Ганс бы так не доебывал. Вот теперь он нас доебывать будет. Прямо так конкретно. Компьютер, он, короче, у нас теперь постоянно будет, типа, требовать. Этот, типа, мой герцог требует у вас некоторые товары. Можно своих долбить или нет? Своих, по-моему, нельзя. Вот этим эпоху раньше, по-моему, подставлены. Еврейская торговля. Убивать. Ну. Пижама только торгует, что мне не интересно. Блять, я потерял, где? Я как дебил туда-сюда нашел. Вот. Я как дебил туда-сюда носился, не мог найти, где, блять, эта хуйня. Мне, кстати, тут 3-3 надо было ту встречку в середине карты. Да? Ну, посмотрим. Тут мы еще. Ну, сейчас там заедет. Ай, дерево не лорд. Тут мы еще посмотрим. Ну и ужас там, блядь, творится. Что-то там дерутся. Да где вход в этой башни? Ну, все время дерутся высокие башни. Дырка для входа не хватает. Побора, объясни, что это такое? К чему ты это все? Ты качал источник Stronghold Crusaders, я понял, а еще что?